Вот уже почти 15 лет в Краснодарском крае действует государственная целевая программа «Дети Кубани». Именно она дает возможность получать собственное жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. В торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены 6 славянцам. Славянский район активно участвует в реализации государственной целевой программы. Из краевого бюджета выделяются средства для приобретения жилья. Новые возможности открылись перед 6 славянцами, которые получили ключи от квартир. Глава Славянского района поздравил будущих новоселов с очень важным событием в их жизни. Благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева выделяются деньги на строительство, как правило, мы строим жилье. И предоставляем нашим детям, которые сегодня действительно нуждаются в жилье. То, что будет крыша над головой, как мы говорим, будет свое жилье, это очень важно в целом в жизни. Вы уже, я смотрю, такие ребята взрослые, но по-любому эта поддержка, я считаю, она очень важная для вас, для того, чтобы потом можно было трудиться, создавать семьи, растить детей. Поэтому я вас поздравляю с этим. Я считаю, радостным событием. Роман Синеговский пожелал новоселам в полученном жилье стать по-настоящему счастливыми и жить в доброй атмосфере. Он вручил приглашенным заветные ключи. Участникам церемонии получения ключей трудно было сдержать свои чувства. Их просто переполняла радость. В ответном слове они поблагодарили всех, кто принял участие в столь значимом событии – представлении сиротам квартир. Есть куда привести семью, чтобы они остановились, они жили, и при этом жили в комфорте, не на съемной квартире, а уже на свое. Это не в аренду, не надо не платить, ничего. То есть свои условия, свое жилье намного лучше. Спасибо нашему государству за предоставленные такие возможности, что они обеспечивают детей-сирот вот этим жильем. Это действительно праздник, это еще раз огромное спасибо. У счастливых новоселов теперь есть собственное жилье. Жилые помещения в новых домах полностью готовы к проживанию. Во всех квартирах сделан качественный ремонт. Хочется надеяться, что ребята успешно обустроятся в собственном жилье.